Вот сестры пришли проведать Надежду Васильевну, посмотреть все. Встреча долго ждала. Да. Приехали. Я поцелую тебя грязным. Мордаху твою. А ты что такой грязный-то? А, мы по улице грязный. Ты молодец такой. Да, держи. Все, я насобирал себе малину. О, смотри, а то растащит сейчас. Мяу. Вороны нападут на тебя. Хотите взять? Саранча прошла, не знаю, хотите что вы тут найдете сейчас. Половинку? Он угостил очень сестер. Я-то поел сейчас. Кого? Они вот не ели, а их угости. Направо, да. Вот сестра правильно пошла. Там малина. А здесь крыжовник можете поесть. Марийка, покажи им все. Так, не качаться. Ребята, слазь сразу. Качнулся на стол. Если сорвался, сразу слазь. Володя, чё? А Максим не будет купаться и есть. Чё, Максим? Потому что он не работал. Какой Максим не работал? Ой, не Максим, а Семён. Он говорит, что работал, там грядки где-то пропало. Мы разберемся. Ну, купаться не будет 2 дня. Сказать. Мы разберемся, не беспокойся. Давай, вас учили, как качаться-то? Да, не знаю. Так мы не можем так ногами. Чего не можешь? Мы не достаем. Низко. А, низко вам. Она, значит, растянулась. Надо ее подтянуть сейчас будет. Володя. А? Я поставлю. Ладно, давайте. А, ну конечно. Все, слазь, сразу тормози, сразу ногами тормози. Давай я сейчас увеличить буду. Все, ладно. Он батюшка к нам поехал в гости. Так, Максим, не балуйся.